Друзья, ассаламу алейкум. Вы на YouTube-канале Алаш Прайд ТВ, и у нас есть очень хорошие новости для любителей ММА. Уже 24 сентября в Москве, в столице Российской Федерации, в самом крупном городе постсоветского пространства, состоится супер-мега-турнир ACA-129. На этом турнире выступят сразу три казахстанца и три довольно именитых наших соотечественника. Сразятся в очень интересных и непростых поединках. Асылжан Бахыджанулы, этот спортсмен, который является кумиром для многих сегодняшних мальчишек, сразится с очень известным файтером из далекой Бразилии Леонардо Силвой. Очень интересный поединок нас ожидает, и, конечно же, мы верим в успех Асылжана. Также в соревнованиях в Москве сразятся Даутбек Каршыга и Нурсултан Касымханов. Сразу три наших соотечественника постараются нас порадовать яркими и красивыми боями. Ну а тем временем мы попросили рассказать о своих ожиданиях от грядущего соревнования известного журналиста, эксперта в области единоборств Данияра Каримжана. Данияр, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Конец лета, августовские дни проходят, пролетают, и от этого новостей спортивных меньше не становится. После завершения Олимпийских игр в эти дни проходят Паралимпийские игры, где Казахстан завоевал награды, и, конечно же, радует нас яркими ивентами различные представители промоутерских компаний и ММА. Обретает все большую популярность. Алматы вот в последние дни уже принял несколько вечеров по смешанным боевым единоборствам. И, конечно же, как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что 24 сентября в Москве на ACA-129 выступят сразу три казахстанца. Хотелось бы сейчас услышать ваше мнение о том, смогут ли Асылжан Бахыджанулы, Даутбек Каршыга и Нурсултан Касымханов порадовать нас своим ярким выступлением и принести казахстанцам незабываемые впечатления от поединков в столице Российской Федерации. Действительно, наступает горячая осень казахстанского ММА. Сразу наших три интересных казахстанских бойца, которых можно причислить к топам, возвращаются в клетку после такого определенного перерыва. У каждого была своя пауза, небольшая в карьере по объективным и субъективным причинам. Во-первых, это Асылжан Бахыджанулы, это Нурсултан Касымханов и Каршыга Даутбек. Как известно, Каршыга свой последний поединок провел полтора года назад, если я не ошибаюсь, в феврале 2020 года. Но это очень интересный боец, очень зрелищный. Когда он только начинал свою карьеру в смешанных единоборствах, я помню, очень много вокруг него было разговоров о том, что ему нужно выходить на международный рынок, на международный уровень. Потенциал очень огромнейший у этого парня. Он такой любит закатывать зрелищные поединки, рубаха, бескомпромиссный, хорошо обученный. Самое главное, у него есть стержень, характер такой бойцовский. Его соперник на этот раз выступил, на этот раз будет боец из Таджикистана, Фатхидин Сабиров, который два своих последних поединка проиграл, к сожалению, конечно же, для него и для таджикских фанатов, да, смешанных единоборств. И вы знаете, это будет, на мой взгляд, очень интересная рубка. Почему? Потому что для Сабирова это, конечно, шанс сейчас вернуться в большую игру, реабилитироваться. Тем более, человек идет на серии из двух поражений, и третье поражение от Каршыги для него будет, это очень, ну, может трагически, да, сложиться, что можно какие-то уже такие крестики ставить на его карьере. Поэтому он будет заряжен на победу, он будет заряжен на бескомпромиссный бой. И в этом, я думаю, заключается главная опасность для Каршыги. К этому поединку нужно подходить во всеоружии. Ни в коем случае недооценивать своего соперника. Каршыга умеет настраиваться на поединки. Он в своем последнем поединке, я помню, до как раз таки пандемии коронавируса, который он очень хорошо выступил, ярко подрался. Я думаю, что ему нужно также вообще не делать никаких слабинок сейчас в подготовительном тренировочном процессе,
просчитывать различные варианты этого поединка. Этот бой может продолжиться как в партере, так и в стойке. Да? Поэтому я думаю, что самое главное, нужно подойти к этому поединку во всеоружие. А в чем будет преимущество у Льва из Таджикистана? Его преимущество большое, как вот я уже говорил, это огромнейшая мотивация. Вернуться на победную поступь после двух поражений. Чем хорошо, конечно же, ММА и смешанное единоборство, тем, что бои, как правило, бескомпромиссные. И зачастую фаворит, которому он дает предпочтение, может проиграть удушающим приемом, нокаутом, да, там очень много лаки-панчев случается. Поэтому я говорю, что нужно очень четко выстраивать геймплан на эту игру, придерживаться тактики, да, и ни в коем случае не расслабляться. Потому что случайный корявый выстрел, лаки-панч, он может тоже очень быть опасным. Каршига известен как боец, предпочитающий ударную технику, да, и его вот эти зрелищные бои, которые завершались в его пользу, они ознаменовались этими жесткими выпадами и нокаутами, соответственно, в пользу казахстанца. Именно в противостоянии с Сабировым, на что нужно будет сделать акцент Даутбеку Каршиги, все-таки может в партер перевести? Я думаю, знаете как, во-первых, команда Каршиги Даутбека в первую очередь должна полностью изучить своего оппонента, да, то есть как чувствует себя в стойке и в партере его оппонент. Во-вторых, я думаю, что бороться с соперником, конечно, борьба на самом по себе очень изматывающий элемент, да, где после трех раундов можно просто, не знаю, два раунда бороться, третьим элементарно устать. Мне кажется, на мой взгляд, этот бой завершится досрочной победой Каршиги Даутбека. Возможно, во втором, в третьем раунде. И мне кажется, я думаю, что именно как раз-таки акцент на вот эту рубку, на очень хороший, четкий, акцентированный удар Каршига сам будет делать. Я думаю, что в этом поединке у него получится. Очень интересное противостояние нас ожидает среди тяжеловесов, где Аслжан Бахджанулы, который, кстати, в эти дни проходит подготовку в Дагестане, сразится с Леонардо Силвой, бразильский файтер. Оба этих соперника встречались с Муслимом Магомедовым, с действующим чемпионом лиги, и оба потерпели поражение. Вот, на твой взгляд, насколько вот этот поединок станет зрелищным и насколько вот можно болельщикам Бахджанулы надеяться на благополучный исход? Да, ну, во-первых, я очень рад, что на таком большом крупном турнире SA-129, который пройдет в Москве 24 сентября, вот как мы уже говорили, три наших бойца выступят, выступит в том числе Аслжан Бахджанулы, один из самых ярких, зрелищных, стильных казахстанских бойцов, я имею в виду стильных в плане проведения, да, поединков. Он возвращается в клетку после такого казусного поражения от Алексея Буторина, помните, да, он потерпел в своем последнем поединке поражение. На мой взгляд, это такое случайно необъяснимое, да, поражение. Вот опять же мы говорили о лаки панче, вот он случился, два раунда доминировал над соперником и в третьем раунде пропустил удар, упав. Но Аслжан это на самом деле очень гибкий, умный боец. Мы все его знаем как зрелищного ударника, у него просто сумасшедшая сила удара. Если Аслжан попадает, то это очень приводит к плачевным ситуациям для его оппонентов. У них есть одна такая, скажем, то, что их сейчас Леонардо Сильва объединяет, они оба проигрывали Муслиму Магомедову, как вы уже правильно отметили. Но если Аслжан проиграл Муслиму достаточно давно, это было несколько лет назад, то Леонардо проиграл Муслиму Магомедову в своем последнем поединке в начале этого года. После этого Муслим выигрывал уже Евгения Егембердиева за поединки за титульный пояс. Но Аслжан Бахджанулы – это топ полутяжелой своей категории в лиге ACA. Это один из топовых бойцов. Если я не ошибаюсь, он на четвертом месте, по-моему, в рейтинге. Это боец, которого очень любят российские фанаты, очень любят кавказские болельщики. ACA – это одна из вообще ведущих лиг мира, наверное, может быть, после Беллатора и UFC. Там на третьем-четвертом месте это, естественно, по качеству бойцов и качеству поединков, да, то есть и по ивентам, которые они проводят.
Что касается поединка против Леонардо Сильва, я думаю, что Аслжан сделал очень правильный ход в том, что проводит сборы сейчас именно в Дагестане. Дагестан все-таки это центр, наверное, мировой борьбы, вольной борьбы, центр сейчас даже, можно сказать, грэпплинга, то есть те самые компоненты, которые нужны в смешанных единоборствах. Понятное дело, что ему не нужны навыки базового борца-вольника, да? Но нужно необходимо отработать, во-первых, над уходами от прохода в ноги, да? Работа в партере обязательно, болевые удушающие приемы. Это то, чем как раз таки славятся бразильские файтеры. То есть бразильское джиу-джитсу — это коронка, да, бразильцев. Они очень отлично работают в партере, очень хорошо владеют грэпплингом. Может быть, они не так сильны в стойке, но я думаю, что Аслжан как раз таки сейчас держит свой уровень работы в стойке, ударную технику, и плюс подтягивает работу в партере. Потому что этот бой может сложиться как в стойке, так и в партере. Аслжан максимально должен быть готов к двум разным вот этим событиям, да, ведением боя. То есть, как говорил когда-то Майк Тайсон, у каждого боксера есть план на бой до первого пропущенного удара. Один пропущенный удар может полностью перевернуть картину этого боя. Вполне возможно, что если там Аслжан побежит на добивание, либо окажется сверху соперника, то есть Сильва будет готов поработать с ним уже грэпплингом в партере. Поэтому Аслжан, я думаю, сейчас максимально себя готовит к различным вариантам этого поединка. Да, действительно, то, что бразильские спортсмены именно в единоборствах, в ММА, да, и мы все знаем, что в UFC очень много представителей этой латиноамериканской страны, и то, что они исповедуют именно вот борцовские элементы, это как бы уже ни для кого не секрет, да, они и дзюдо очень широко развито в этой стране, и вот единоборство. И последние Олимпийские игры показали, что и такой ударный вид спорта, как бокс, сегодня на хорошем счету в Бразилии. Поэтому пожелаем Аслжану успехов и плодотворной подготовки. И у нас остается Нурсултан Касымханов, это боец до мозга костей, да, это тот спортсмен, который вытаскивает свои поединки на морально-волевых качествах, если где-то вот не застает тех самых, ну, будем откровенно говорить, если отсутствие мастерства, он способен компенсировать именно своим неимоверным желанием. Насколько его бой с довольно-таки известным для казахстанской публики бойцом Алексеем Полпудниковым может сложиться в пользу казахстанца? И болельщики сегодня в социальных сетях бурно обсуждают этот поединок, поскольку Полпудников – это именно как раздражитель для казахстанских поклонников ММА. Трижды с ним встречался Арман Оспанов, и там равновесие, да, результат этих поединков говорит о том, что сегодня счет 1-1 при одной победе, одной ничьи и, соответственно, одном проигрыше. Да? Поэтому очень болельщики верят, что Касымханов сумеет проявить свои лучшие качества и тем самым поставить на место Алексея, представителя Российской Федерации, довольно-таки известного файтера и свежо еще в памяти последний поединок Оспанова, когда мы все надеялись, и Арман выглядел в том бою действительно на голову выше, но вот этот вот затем все перевернул Полпудников, да, и здесь, как бы, Данияр, очень интересно ваше мнение услышать. Да, очень действительно интересный бой Алексей Полпудников. Наверное, это очень для казахстанского фаната такая интересная фигура, так же, как и Расул Мирзаев, который, как вы знаете, тоже неоднократно бился с Ержаном Истановым. Так и у Полпудникова своя есть трилогия против Армана Успанова. Ну, Арман Успанов после того, как проиграл в третьем уже поединке досрочно Алексею Полпудникову, все-таки потом вернулся, выиграл Расула Мирзаева здесь в Алматы на турнире ACA. И после этого, как вы помните, был такой долгий процесс переговоров там с UFC, с Лигой, да, то есть в итоге он с ним контракт не подписал, подписал там с другим промоушеном, но это уже другая история.
Нурсултан Касымханов интересный боец, очень зрелищный, как вы сами правильно отметили. Боец с большущим характером, с огромным сердцем. Действительно, он лев по натуре, он очень здорово бьется. Как раз в том карде, когда Расул Мирзаев дрался с Арманом Успановым здесь в Алматы, в тот же вечер Нурсултан Касымханов выиграл очень вот такого интересного бойца, как Иван Жвирбля. И были такие надежды, что Нурсултан вот-вот подойдет к чемпионскому поединку в весовой категории. Но в своем последнем поединке он потом уступил Алихану Сулейменову. И это было очень такое обидное поражение, неприятное достаточно. Я думаю, что сейчас у Нурсултана такой момент истины. Да? То есть, во-первых, боец с именем Алексей Полпутников. Боец, которого очень хорошо знают фанаты ИСИ, которого хорошо знают в России. И люди, которые следят за смешанными единоборствами в целом. Победа над Полпутниковым, во-первых, может вернуть позиции Нурсултана, да, в мире смешанных единоборств, вернуть позиции в рейтинге и придать ему огромнейшей уверенности. И, как мы знаем, у Полпутникова, если не ошибаюсь, последние 3-4 поединка он проиграл, уступил. Я думаю, что у Нурсултана есть просто огромнейшие шансы выиграть у Алексея. Во-первых, я думаю, что, опять же, Нурсултану нужно пересмотреть все, ну, хотя бы последние поединки Полпутникова. Даже с Арманом Успановым, с другими бойцами. Как он себя чувствовал в стойке, как чувствовал в партере. Я думаю, что здесь как раз-таки может все решить исход одного очень хорошего попадания и добивания со стороны Нурсултана. Во-первых, Алексей, который уже проигрывал, он проигрывал нокаутами. А когда человек часто падает, знаете, держалка у него тоже слабеет. Поэтому нужно пробовать вот этот компонент, над этим компонентом поработать. Хочу сказать такой как бы небольшой прогноз по этим трем поединкам. Я почему-то внутренне у меня есть уверенность, что все три наших бойца в этот вечер одержат победы. Аминь. Причем мне кажется, что двое из трех даже одержат победу нокаутом. А в одном поединке я могу отдать, скажем так, победу с судейским решением, да? Возможно, это будет там unanimous decision, единогласным решением судей, но мне кажется, что именно два из трех поединка закончатся нокаутами досрочно в пользу казахстанских бойцов. Соперники у наших ребят все достаточно проходимые, хотя и опытные, непростые ребята, но те бойцы, которых просто нужно обыгрывать и переходить на следующую стадию своей карьеры. А какой бой, на ваш взгляд, продлится всю дистанцию? Ну, очень сложно сказать. Но продлится. Я думаю, один бой может продлиться. Хотя, глядя вот сейчас на наших бойцов и на соперников, я вообще думаю, что и каждый из них должен, в принципе, досрочно выигрывать. И может, способен это сделать. Да, сегодня уже настал момент, когда Казахстан представлен и в UFC, и вот в таких лигах, как ACA, да, и ряд других соревнований. Что отрадно, и на территории нашей страны проходят крупные ивенты, которые собирают представителей не только Казахстана, но и бойцов из ближнего и дальнего зарубежья. И вот 18 августа мы вместе смотрели за ходом соревнований в рамках Алаш Прайд Гран-при 67. Вот на тех соревнованиях, Даке, ты сам бы для себя кого отметил, и в целом, как вот на твой взгляд действует бойцы, чувствуется ли вот это вот стремление к победе, вот это вот голод в их глазах, искра, чтобы обрести необходимый опыт на подобных турнирах и уже в будущем выступать на аренах уже международного ранга? Да, конечно, мы были на турнире 18 августа в Алматы. До этого мы были вместе в Шымкенте на турнире, который прошел в конце июня. Два гран-при, два великолепных турнира. Мы уже неоднократно говорили, что Алаш Прайд – это альма-матер вообще казахстанского профессионального ММА. Огромнейшее количество бойцов именно выходило из этого промоушена. Алаш Прайд дает жизнь, да, в большой профессиональный спорт многим молодым бойцам. Здесь начинали карьеру практически все наши топы. Многие топчики даже возвращаются, проводят поединки.
опять ищут, там уходят какие-то другие лиги. Ну, понятно, что где больше платят, там бойцы дерутся, да? Но... Я извиняюсь, вместо вас вставочку небольшую ставлю. Вот о ком мы и говорили, кто сегодня выступает в ACA, в том числе и три наших великолепных спортсмена, Асылжан Бахджанулы, Даутбек Каршыга и Нурсултан Касымханов, как раз таки и начинали свою карьеру вот, в Алаш Прайд. Да, они все выходцы из Алаш Прайда. Алаш Прайд вообще напоминает, если вот так с футболом аналогию брать, это вот такую, есть академия футбольная, Клер Фонтен французская, откуда вышло огромнейшее количество ребят, выступавших за сборную Франции и становившихся чемпионами мира и чемпионами Европы. Как раз таки Алаш Прайд — это прародительница многих тех бойцов, которые сейчас на разном уровне успеха выступают в различных мировых лигах. Поэтому за Алаш Прайдом всегда интересно следить. Почему? Потому что когда-то много-много лет назад мы только узнавали имена там Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, Армана Оспанова, Хуата Наймана, да, там многих ребят, которые сейчас, Артем Резников, да, это же сейчас топ действительно в СНГ, один из топчиков. Когда-то мы смотрели, когда они проводили первые, вторые, третьи поединки, да, то есть, и не знали, что их через много лет ждет такая блестящая карьера, что они станут звездами. Тот же Кайрат Ахметов, да, это же, ну, большая звезда, большое имя. И за теми молодыми ребятами, которые выступали и выступают по сей день на турнирах, на гран-при Алаш Прайд, очень интересно наблюдать именно с тем контекстом, а кто из них через несколько лет займет место того же Куата Наймана, Кайрата Ахметова, Артема Резникова. Это ребята, которые в будущем уже будут бороздить просторы всего мира, стучаться в двери ведущих промоушенов мира, да, и, скажем так, вырубать лучших соперников своих дивизионов. В этом плане... Вы сейчас очень обстоятельно и подробно вспомнили и прославленных наших чемпионов, которые выступали в лиге Алаш Прайд и которые сегодня достойно представляют Казахстан уже на более значимом уровне, да, на более в масштабных соревнованиях. Вы и отметили вклад компании в целом развитие и становление казахстанского ММА. Но сейчас хотелось бы услышать от вас ответ на следующий вопрос. Сегодня активно на различного рода соревнованиях по ММА выступают наши друзья из Узбекистана. И если буквально несколько лет назад это соперников из этого государства принимали как подарки, да, так скажем, в кавычках, то сегодня файтеры из наших южных соседей представляют собой довольно-таки грозную силу и нередко празднуют успех в поединках с казахстанцами. И вопрос следующий. Аналогия с боксом. Узбекские боксеры, вот мы все помним, мы с тобой и работали, да, в боксерской индустрии, и очень знакома нам эта кухня. И если вспомнить, вот очень много сегодняшних лидеров сборной Узбекистана принимали участие и на турнире Панахпаева в Павлодаре, и на турнире Махамбета Утемисова в Атырау, и в Актобе. То есть, и сегодня мы видим, что Узбекистан – это лидер не только нашего региона в боксе, но и всего мира. И нет ли ощущения, что через несколько лет уже и представители ММА из Узбекистана будут на ведущих позициях? Да, действительно, такое ощущение есть. Почему? Потому что на предпоследнем турнире Алаш Прайд, который проходил в Шымкенте в июне месяце, удалось поговорить с ребятами из Узбекистана. Вот есть такой парень Бауржан, если не ошибаюсь, его зовут, который привозил делегацию. Он сам из Черчика, тренер. Он говорил о том, что у них сейчас идет поддержка смешанных единоборств, ММА на государственном уровне. Государственная программа, государственное финансирование. Ребята очень активно выезжают на различные турниры, любительские, по всем возрастам. Плюс очень хорошая поддержка для ребят, которые принимают участие в профессиональных промоушенах. Это не, сейчас они сеют зерно, которое через несколько лет может вырасти, дать очень большие плоды, которые будут приносить, во-первых, победу, победы узбекским файтерам на различных турнирах. Их и так, ребята из Узбекистана, немало, да, которые уступают в лигах, но через какой-то период времени количество оно должно перерасти в качество.
И в UFC сегодня есть представитель Узбекистана? Да, конечно, в UFC сейчас ребята выступают, и в ведущих российских лигах очень успешно ребята из Узбекистана выступают на гран-при турнирах Алаш Прайд. Очень интересные ребята из Узбекистана приезжают, которые закатывают бескомпромиссные поединки. Это не такие бойцы, которые приехали, как булочки, которых здесь можно съесть, раздеть и выкинуть. Да? Это очень крепкие, достойные пацаны, очень крепкие ребята, хорошо обученные, с характером, бьются до конца. Сейчас они как раз-таки создают вот эту предтечу, основу, которая через буквально 2-3 года может дать огромнейший результат. Пожелаем успехов нашим братьям из Узбекистана. И, конечно же, будем верить и надеяться, что казахстанское ММА столь же прогрессивно будет развиваться и шаг за шагом достигать новых высот. Сегодня, безусловно, есть чем гордиться и, что отрадно, есть куда расти. Если мы сегодня будем удовлетворены нынешним положением, то, соответственно, нам сложно будет прогрессировать дальше и достигать новых целей. А у нас цели амбициозные, амбиции сами здоровые. И есть люди, которые способны реализовывать вот те намеченные планы и достигать поставленных целей. Рахмет Даке. Рахмет Ван. Рахмет Алаш Прайду за такую предоставленную возможность высказать свое мнение. Это ведущий казахстанский промоушен. Это, во-первых, бренд на всем постсоветском пространстве. Алаш Прайд знает не только в Казахстане. Алаш Прайд знают в России, в Украине и в других странах, где культивируется смешанное единоборство. Нашим пацанам всем победы. Верю в яркие, красивые, стильные, самое главное, досрочные победы. Всем пацанам ассаламу алейкум.